Привет, друзья! Вы смотрите очередной обзор от компании Прокатись.ру по катеру Санкт-Петербургской верфи «Беркут Марин». На сегодняшнем обзоре на тест-драйве у нас появился катер, который у нас купил клиент в начале этого года, 2017-го, модели «Беркут L Twin Console». Название понятно, что это двухконсольная конфигурация. В общем-то, ну, представим его с различных сторон, эту интересную модификацию лодки. Значит, во-первых, это лодка алюминиевая. Толщина днища составляет 4 мм, борт 3 мм, сплав АМГ-5. Значит, максимальная мощность двигателя, которую можно установить на эту лодку, 115 лошадиных сил. Ну и производитель, в общем-то, рекомендуется от 70 до 115 лошадиных сил устанавливать двигатель. Значит, высота транса, которая на этом катере варьируется, можно установить либо L-ногу, либо X-ногу, соответственно. Максимальная длина габаритная этого катера 5,5 метров, максимальная ширина 2 метра 5 сантиметров. Килеваттость лодки составляет на трансе 18 градусов, килеваттость лодки на медели 20 градусов. Достаточно килевая лодка и достаточно комфортная лодка на волне, но это мы в дальнейшем покажем. Сегодня у нас интересные условия, сильный навальный ветер, не знаю, то есть мы находимся на Москва-реке, середина сентября, плюс 13 градусов. Значит, продолжим наш обзор по этой лодке. Значит, как и повторялось, уже длина 5,60. Топливный бак в этой лодке 100 литров. Запаса хода хватает в среднем, наверное, часа на 4, если идти в таком умеренном режиме. Ну, в общем-то, катер имеет какие интересные характеристики еще. Во-первых, это осадка. Порядка 25 сантиметров всего-навсего. То есть катер с такой достаточно малой осадкой. Катер широкий, катер имеет высокое ветровое стекло, о котором расскажем впоследствии. Имеет развитое рейлинговое оборудование по периметру этой лодки. В носовой части установлен достаточно высокий рейлинг, который удобен нам для выхода, либо за входа в эту лодку людям, либо просто держаться на волне. В кормовой части, опять же таки, удобный рейлинг, на который можно схватиться, облокотиться. Ну и на кринолинах, и на площадке кормовой можно стоять, удерживаясь за этот рейлинг либо рукой, либо поддерживая себя коленом. Значит, пару слов о прицепе. Так как катер весит уже 430-450 кг стандартной комплектации, и двигатель будет весить порядка, наверное, 180 кг в такой мощности, здесь потребуется уже прицеп либо двухосный, либо одноосный с тормозной системой. Значит, в данном случае используется прицеп МЗСА, Московский завод цепных автомобилей. Скажем так, стоимостью где-то 150-160 тысяч рублей. Значит, да, к сожалению, забыл упомянуть по стоимости катера. На самом деле, в стандартной комплектации этот катер начинает свою стоимость от 350-400 тысяч рублей. Комплектация достаточно богатая. Вы можете выбрать, как наш покупатель выбрал, двухцветную компоновку. Верх песочно-желтоватый, низ синий – это, наверное, самая интересная компоновка, которая смотрится в этих лодках. Цветовая гамма достаточно обширная. По каталогу «Урал» можно взять либо одноцветный катер себе купить, заказать покраску, либо двуцветный. Катер покрашен порошковой краской, что обеспечивает долговечность, надежность. И, в общем-то, мы видим через, наверное, в конце сезона эксплуатации этой лодки, при достаточно активной эксплуатации этой лодки нашим покупателям и очень хорошим уже другом клиентам, мы видим, что краска, в общем-то, находится на своих местах. Есть действительно места, где потертости есть определенные, но не до металла, не до сколов. Почет и уважение компании «Беркут», которая качественно красит свои лодки относительно различных других производителей. Либо тонкие, либо еще что-то, либо вспучивания какие-то происходят. Краска на катерах «Беркут» держится достаточно долго. Она не облазит, она устойчива к ультрафиолету, устойчива к бензину и к различным химическим коррозиям. Вот. Продолжим обзор. Сейчас мы катер скинем на воду. Ну и продолжим обзор как раз на воде по комплектации. Расскажем достаточно подробно. Здесь очень богатая комплектация в этой лодке. Интересно многих всяких разных решений, которые мы хотели бы вам показать. В общем-то, я думаю, что вам будет это полезно. Поехали! Продолжим обзор нашей лодки. Сегодняшний сильный ветер порывистый внес коррективы определенные в места нашей дислокации постоянной. Отошли на тихий бережок. Значит, что интересно в этой лодке установлено из оборудования дополнительного и стандартного? Значит, из дополнительного оборудования установлена здесь носовая якорная лебедка электрическая компании Stronger с якорем на 8,5 килограмм.
Похоронили якорный рундук, но удалось установить эту лебедку. Она классно, прекрасно держит лодку. Значит, и стандартное оборудование здесь, повторимся, это рейлинги носовые, через которые удобно будет выходить при отсутствии этой якорной лебедки. Можно будет выйти, либо держаться коленями абсолютно нормально. Крепко, уверенно, хорошо. Рейлинги высокие. Опять же, повторимся, что данную опцию можно не заказывать, либо заказать более низкие. Значит, в носовой части лодки Беркут L Twin Console смонтирован большой рундук носовой. Здесь просто огромное количество всевозможного скарба в данной лодке. Два подстаканника из нержавейки. В общем-то, на этом рундуке можно поместиться, наверное, вдвоем, либо втроем. Мы поставили нашему покупателю две розетки под прикуриватели для различного оборудования. А из различного оборудования здесь у него установлена фара носовая фирмы Asculati, которая монтируется на держатель специальный такой вот, на рейлинге. И подключается прикуриватель. Как раз у него это есть здесь. И сейчас мы даже попробуем продемонстрировать эту прекраснейшую вещь. Значит, стоимость у нее порядка 8-9 тысяч рублей. Она позволяет передвигаться ночью со светом. Вот такая штука. Вот такой прекраснейший фонарь. Ну и включается ближний и дальний свет. Вращается в различные стороны. Можно освещать дорогу, путь. В общем-то, пользуемся и покупаем. В общем-то, хочется отметить наличие всевозможных рундучков, кармашков в носовой части. Если можно показать как раз на камере, под различный скарб, опять же, рыболовный. Вот такие кармашки с держателями, в общем-то, с ограничителями, куда можно положить всевозможную утварь, опять же, рыболовную, или какие-то вещи. Вот, что еще здесь из интересного? Ну, соответственно, в палубе есть слив, вся вода, которая попадает в кокпит. Здесь не сам отливной кокпит. Вся вода, которая попадает в палубу в эту лодку, будет сливаться в корму, соответственно, откачиваться через водоотливную помпу. Носовую палубу от основного кокпита отделяет у нас дверь, стекло закаленное. Значит, из особенностей на этой двери смонтирован держатель под воблеры-приманки. Достаточно удобно, когда вы находитесь в носовой части именно и ловите из носовой части рыбу. Состоит это из двух частей. Вот таким вот образом у нас открывается дверь нижняя и верхняя, держатель, ну и, соответственно, проходите в центральную кокпит, если так можно выразиться. Проход широкий на лодке, то есть средний габарит в размер, человек пройдет абсолютно спокойно. Значит, закрывается сначала у нас нижняя дверка, закрывается верхняя дверка. Все, вы защищены от ветра, от волн, от дождя. Достаточно мощным, практически очень суровым, утилитарным ветровым стеклом. Хочется отметить, что на этой лодке установлена как опция стеклоочиститель ветрового стекла, который нам позволит очищать это стекло от попадающих капель во время дождя, либо там активного движения руления. Значит, по периметру рамки установлены специальные грибочки. Это грибочки, держатель, тент, ходового тента, закрывающий полностью кокпит. То есть установленный тент позволяет вам сохранить тепло, сухость, ну, в общем-то, с комфортом передвигаться во время достаточно сильного дождя, холодного ветра и порывистых всевозможных осадков. Так, перейдем в центральный кокпит. Так, ну, центральный кокпит у нас представлен стандартно. Значит, здесь установлено два сиденья поворотных на слайдерах, которые можно двигать вперед-назад. А в корме у нас установлен диван серии Fishing, так называемый. То есть это очень интересная инновационная разработка. Во-первых, внутри у нас, опять же, достаточно большой рундук под всевозможный скарб. В сложенном состоянии этот рундук занимает, наверное, 1,20-1,30 м, я бы так сказал. Но самое интересное, у него есть уникальная технология поднимающихся крылышек. То есть вот так, одним легким движением, этот диван превращается вот в такую вещь, наверное, на четверых человек. Либо на двоих человек крупных, либо на четырех детей. Все классно и удобно. Так, ну, в кокпите из интересных опций, наверное, это столик, который прикручен к борту, с четырьмя подстаканниками. В общем-то, очень интересное решение на рыбалке. Стандартно, для стандартной русской рыбалки.
Что еще? Всевозможные кармашки, опять же таки, с ограничителем, куда можно сложить скарб с левой стороны, с правой. Хочется отдельно отметить, что кокпит лодки отделан специальным материалом эко-кожа, который, скажем так, придает некую некие домашние условия. В общем-то, ну и приводит лодку в такое достаточно гармоничное состояние. Также на этой лодке установлен держатель плановских ящиков. Кстати, они идут в комплекте. Эти плановские ящики можно посмотреть. Вот здесь представлены коробки плановские, где как раз лежат всевозможные рыболовные снасти. Здесь два таких ящика. Так, что еще из интересного здесь? Ну, соответственно, это ходовой тент у нас, который в сложенном состоянии сейчас, если его раскрыть, то, о чем мы говорили чуть ранее, представит из себя такую некую палатку, защищающую вас от дождя, от ветра и прочее. Ну, в базе в этой лодке установлены также держатели под спиннинги. Раз, два. Ну, и дополнительно мы тут поставили еще пару штук. Значит, аккумуляторы стоят в корме. Значит, в этой лодке поставлены два аккумулятора с размыкателем массы, достаточно мощное рыбопоисковое оборудование, музыкальное сопровождение на этой лодке. Значит, корма из себя представляет единую платформу. На корме установлен дополнительный транец под маленький прокаточный мотор. А основной маршевый двигатель — это 115 лошадиных сил компании Меркурия. Достаточно интересная модель. Ну и, в общем-то, трапик для того, чтобы из воды можно было бы забраться в лодку после купания, либо просто с какого-то неудобного берега. Значит, двигатель у нас, на двигателе у нас установлена гидравлическая система управления двигателем. Вращаем одним пальцем, одним махом. Ну, два троллинговых стакана здесь установлены, они идентичны, то есть этот троллинговый стакан выполнен из нержавейки. И в чем его особенность, очень интересно, он вращается в различных плоскостях и фиксируется в этих различных плоскостях. То есть есть и транспортировочное положение, есть, соответственно, положение, когда вы можете поставить на корме, практически получается 4 спиннинга. Штатные, базовые и дополнительные. Вот. Так, ну, продолжим обзор в лодке, посмотрим на торпеду еще разочек и посмотрим на перчаточный ящик. Что можно сказать интересного про консоль? Здесь установлен прибор Raymarin рыбопоисковый серия А, называемый 98, если мне память не изменяет. Значит, пульт дистанционного управления для лодочного мотора Меркурия. Стоит гидравлическая система управления, опять же таки, вращающая, можно вращать одним пальцем. Реализован механизм наклона штурвала, опять же таки, очень интересный, когда можно управлять лодкой и стоя, и сидя, для любого человека, практически любым ростом. Значит, из интересных систем, опять же таки, здесь сейчас мы покажем на работу систему Active Trim компании Меркурия, которая позволяет поднимать и опускать двигатель на ходу в зависимости от вашей скорости, от выхода на глиссир, на поворотах и прочее. Дублирующая кнопка от электрической якорной лебедки, тахометр, указатель трима, счетчик моточасов, вольтметр и указатель уровня топлива. Ну, в общем-то, стандартная панель кнопок, которая отвечает за ходовые огни, за топовый огонь, водоотливная помпа, естественно, стеклоочиститель. Тот, который необходим нам в наших лодках. Значит, в левой консоли у нас установлен бардачок, перчаточный ящик. Но я бы сказал так, что это огромная, просто огромная дыра, куда можно, в общем, все сложить. Это очень удачное решение в лодках Беркут. Вот это вот, сложно назвать их перчаточным ящиком. Скорее всего, можно варежки, наверное, какие-то складывать, просто огромные краги. Ну и пару прикуривателей, как всегда, стандартные под мобильные телефоны. Герметичный прикуриватель, там USB-розетки и прочее. Ну что, попробуем прокатиться на этой лодке, посмотрим на результаты. Поехали! Отдельно хотелось бы рассказать про инновационную систему от компании Меркурия, это Active Trim. Значит, штука интересная, штука удобная. Эта система позволяет вам, скажем так, управлять лодкой в более расслабленном режиме. То есть при выходе на глиссирующий режим, при поворотах нам приходится постоянно работать кнопкой трима, для того, чтобы мы могли либо поднять мотор, либо опустить мотор. Вот. Для того, чтобы постоянно этим не работать, компания Меркурия изобрела эту систему Active Trim. Что она делает? При старте лодки система автоматически поджимает двигатель к лодке, тем самым оптимизируя время выхода в глиссирующий режим, прижимая нос лодки
при выходе в глиссер, на глиссер. Как только система понимает, что лодка разогналась, набрала достаточную скорость, система дает команду двигателю на системе трим, да, то есть на откидывание двигателя и набор оптимальной скорости. То есть постепенно при увеличении скорости ваш мотор начинает автоматически откидываться, тримироваться, наверное, от лодки, более правильное название. Тем самым уменьшая смачиваемую поверхность на лодке, на днище лодки, и увеличивая скорость движения лодки по воде. Первоочередную, конечно, эту систему надо калибровать. Сейчас мы покажем, как это делается, и в дальнейшем мы покажем, как это правильно эксплуатируется на воде. Значит, что из обыкновенных шагов нужно сделать? Мы включаем само по себе зажигание, пульт у нас пропищал. Что нужно сделать в первую очередь? Во-первых, нужно опустить двигатель, плотно прижать его к трансу, тримам, и вот таким образом подождать порядка там 5 секунд, наверное. Все, этого достаточно. Второй шаг – это поднять двигатель полностью. Сейчас он у нас поднимается, сам по себе мотор. Зафиксируем его в верхнем положении. И таким же образом подождем там практически 5 секунд. Вот так вот 5 секунд мы ждем. Система поднимает два контрольных уровня, верхний и нижний. И дальнейшее необходимо нам заводим двигатель, выходим в глиссирующий режим и нажимаем на кнопку Profile, так называемую. Значит, тем самым он сохраняет настройки в этом блоке Active Trim и в дальнейшем будет пользоваться уже именно в автоматическом режиме. Запускаем двигатель, стартуем. Значит, система у нас сейчас выключена. Мы включаем. Так, ну, поехали, попробуем, посмотрим, как работает эта система. Сейчас мы ее докалибруем, соответственно, на ходу. Ну и покажем вам, как эта система работает вообще в боевом режиме. Погнали! Мы, соответственно, должны нажать две кнопочки на приборе, тем самым он зафиксирует положение, определенный профайл, и система построит алгоритм так, чтобы у вас было именно оптимально ваша скорость. Вот. Значит, давайте посмотрим, как работает эта система в действии. Мы уже ее откалибровали, чтобы нам было понятно. То есть, соответственно, сейчас будет лодка стартовать. Как только лодка стартует, мотор поджимается. Как только лодка выходит в глиссирующий режим, двигатель постепенно начинает откидываться. Это можно будет увидеть по самой системе и возрастающей скорости. Значит, ну мы переводим систему в рабочее положение. Нажав на консоли Active Trim кнопочку ON, уже включение системы. И даже если у нас двигатель находится не в оптимальном положении, не в нулевом положении, он, соответственно, станет у нас поджат. К примеру, сейчас мы мотор приподнимаем мотор и нажимаем на кнопочку ON, включение системы Active Trim. То есть сейчас он его опустил в рабочее положение, в нулевой, так называемый, режим старта. Ну, давайте посмотрим, что сейчас будет происходить. Система сама регулировала положение двигателя относительно транса лодки, значит, и настроена сейчас оптимальным образом. То есть, возвращаясь, опять же, к философии этой всей системы, она позволяет вам совершать больше действий, не затрагивая основные органы управления. То есть, и не думать о том, что где вам в повороте нужно нажать на трим, опустить, поджать двигатель или там, наоборот, откинуть его. Эта система, она достаточно стабильно работает. В общем-то, вы это... Как говорится, вы можете приобрести эту систему в нашей компании. Мы их ставим достаточно большое количество, так как система удобна сама по себе для большого количества пользователей, наверное, катеров. Вот. Тестовые заезды с большой загрузкой показали нам то, что
катер с данной системой идет быстрее на несколько километров в час, там 1-1.5 километра в час, 2 может быть. При установленной системе она оптимально выбирает положение двигателя, именно постоянно его контролирует. А при отсутствии данной системы, соответственно, катер идет медленнее. В общем-то, этим тестом можно однозначно верить. Система, наверное, более правильно будет работать, не затрагивая основные органы там, управления человеком. Ну, давайте посмотрим дальше, на что способна эта лодка. Сейчас мы поснимаем. В общем-то, ветер интересный, навальный, да, то есть и покатаемся. Указано 65 километров в час. Это скорость против течения, Москва-река. Ну, такой интересный ветер встречный. Мотор 115 лошадиных сил, обороты 6000, оптимально подобранный винт и система Active Trim, которая в рабочем состоянии. Всегда, в принципе, можно перехватить эту систему управления этой системой. И нажав на кнопку Trim, да, вы можете просто спокойно, абсолютно, раз она выключается, сами регулируем уже положение двигателя. Но лучше ее использовать, так как она установлена на лодку. Грех не воспользоваться системой SmartCraft, установленной в двигателях Mercury, и по протоколу NME2000 выведены параметры работы двигателя на дисплей. Соответственно, здесь мы видим скорость, с которой движется судно, обороты соответствующие. То есть это электронное отображение аналоговых приборов. Расход топлива в процентном соотношении, температуру, давление масла и температуру самого по себе двигателя. Сюда можно подключить трансовые плиты, которые будут показывать, соответственно, у вас положение трансовых плит. Напряжение стандартное, ну и, соответственно, расход, средний, скажем так, расход по топливу. Интересные показатели. Мы идем 3400 оборотов, скажем так, круизный режим очень интересный, 35 километров, 34 километров в час, 3400 оборотов. Нормально идем, глиссируем, загрузка 2 человека, половина топливного бака, где-то литров 40-45 там бензина, соответственно, вот вам и расход. Работающая система Active Trim. Вот, в общем-то, мы покатались сегодня немножко на этой лодке. Повторюсь, Беркут L Twin Console, алюминиевый корпус. Значит, классно установлена система Active Trim от Mercury. Двигатель 115, обыкновенный, причем не Pro XS. Ну, на 19 винте, который здесь установлен, получилось 70 км в час скорость, 2 человека и где-то полбак, порядка там 45-50 литров. Вот. Максимальный оборот у нас получились 6000. На самом деле очень классный результат. Очень здорово то, что нам удалось вытащить эту лодку на тест-драйв, потому что у нас у самих в эксплуатации Беркут L джакет алюма, и у нас, нам есть, в принципе, чем сравнить. Производитель лодок Беркут достаточно старый, достаточно известный верфь Санкт-Петербурга. Лодки сделаны хорошего качества. Лодки сделаны для северных широт, для, скажем так, короткой резаной волны. Это Рыбинка, это Ладога, Онега, Белое море. В общем-то, эта лодка вас точно не подведет никогда. Значит, из самого интересного, наверное, это здесь, опять же, цена. То есть лодка стоит в базовой комплектации там, от 350 там, 370 тысяч рублей. Вот. Что бы хотелось отметить, опять же, мягкий ход этой лодки обусловлен высокой килеваттностью на трансе, на миделе. Сегодня мы не испытали никаких, скажем так, дискомфорта, никакого дискомфорта относительно текущей мелкой там волны, мелкой ряби и этих покатушек. Покатались в славу. Значит, данные лодки можно приобрести в нашей компании прокатись.ру, город Москва. Мы всегда готовы вам помочь, подобрать, протестировать, рассказать, в конце концов, подобрать правильный двигатель, оптимальный двигатель под вашу загрузку. Друзья, ну что хочется еще раз отметить, классное исполнение лодки, покраска корпуса, вы можете выбрать тот цвет, который вам нужен, алюминиевый корпус, 4 мм днище, 3 мм дно, высокая киловаттность, мягкость хода, большая гамма лодочных моторов, которые устанавливаются, лодка прекрасно идет, начиная от 70 лошадиных сил, высокое ветровое стекло,
закаленное стекло, позволяющее установить стеклоочиститель на него и, соответственно, обеспечивающее высокие, скажем так, ветрозащиты и защиту от брызг. Большая гамма всевозможного дополнительного оборудования, которое можно смонтировать у нас в сервисе компании прокатись.ру. Это и эхолоты, и навигация рыбопоисковая, даунриггеры, дополнительные какие-то там моторы, тенты мы вам можем сделать. В общем-то, подписывайтесь на наш канал, следите за нашими обзорами. Мы постараемся делать наши обзоры интересней, еще раз интересней. Всем пока, удачи, увидимся на воде.